Незаконная перепланировка, отсутствие путей эвакуации при пожаре, небезопасная прогулочная зона, антисанитарные условия и просроченные продукты. Более 50 нарушений нашли работники прокуратуры в частном детском саду на улице Молодежной. С жалобой обратился один из родителей воспитанника детского сада. После проверки детский сад закрыли. В связи с выявленными нарушениями закона городской прокуратуры руководителю частного дошкольного образовательного учреждения внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, незаконная деятельность прекращена городской прокуратурой. В отношении юридического лица и в отношении виновных должностных лиц возбуждено 14 дел об административных правонарушениях, которые в настоящее время находятся на рассмотрении. По словам помощника химкинского прокурора, случаи нарушений законодательства в городских детских садах редкие, поскольку большая часть дошкольных учреждений в округе муниципальные, где регулярно проводят проверку множество надзорных органов химок.